В воскресенье благовещенцы отмечали День семьи, любви и верности. Утром семейные пары чествовали возле памятника Петру и Февронии. Медали за любовь и верность вручили 5 почетным семьям, которые прожили вместе несколько десятков лет. Счастливчиками оказались 3 пары из областного центра, 2 из Благовещенского района. Вечером праздник продолжился на площади Ленина. Свадебный флешмоб, конкурсы, выступления местной группы «Мартини». В течение дня все желающие могли устроить шуточную свадьбу и получить свидетельство о бракосочетании. Одиночки в надежде поскорее найти вторую половинку фотографировались в золоченых и серебряных картинных рамах, расположенных неподалеку от импровизированной аллеи молодоженов. Кульминацией праздника стал запуск в небо сотни белых фонарей, как символа безграничной любви и верности.